Друзья мои, запись пошла, можно начинать свое приветствие. Всем огромный привет, всем здравствуйте, меня зовут Таня, и рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. У нас сегодня очередное парфюмерное видео, чему я несказанно рада, будем обзорить, буду рассказывать вам о своих новинках, парфюмерных хитах и также вообще, в принципе, новых ароматах, которые у меня появились. Я сегодня просто леди ин Pink. Наконец-то началась жара. Пошла жара в Сочи. Я не просто в маечке, чтобы вы понимали, да, а в комбинации. Так что сижу тут не голышом. Так, ну что, если кто-то вдруг будет спрашивать, на мне палетка теней безумно мною обожаемая, которая называется Huda Beauty Nude. Новый нюд. Вот сейчас немножко стало потемнее, и видно этот прекрасный карамельный цвет. Вообще этими тенями можно накраситься просто пальцем левой ноги. И блеск для губ, такой коральчик, легкий коральчик. Это Шанель Coco Gloss. Обожаю эти блески, они у меня даже, вот видите, заканчиваются. Губки с ними такие сочные, полные получаются. Очень люблю, прям глянец, такое прям стекло на губах. Но дело в том, что покупать новые хочется, но не может, потому что они протекают. Представляете, они недавно протекли мне в мою сумочку белую и тем самым испачкали внутреннюю отделку, тканевую отделку сумки. Ну куда это? Качество Шанель, что ли? Так, ну что, девчата мои дорогие, приступаем, начинаем, поехали. Начнем с новинки Aqua Allegoria. Красота Aqua Allegoria, которая называется Nettare di Sole. Аромат 2021 года. Основные ноты — это цветок апельсина, не апельсин, а именно вот этот вот жирненький белый цветок апельсина. Водные ноты — магнолия, жасмин и мед. Это очень тяжелый для меня аромат. Вообще сочетание жасмина и меда для меня всегда какое-то ядерное, очень кричащее, удушающее. Сладкий приторный мед смешивается с очень ярким ароматом, жирненьким жасмином и цветком апельсина, тоже белым цветком. И все это происходит прекрасно на раскаленном солнце. Мне, честно говоря, сразу не приходят на ум пасеки, да, в лесу где-то, как это, наверное, должно было быть. Как-то приходит на ум при знакомстве с этим ароматом косметика для загара. Все вот эти вот лосьоны для загара, он загара, после загара. Где-то даже мерещится франжипани и тиаре. Мед здесь на протяжении всей носки вот очень лидирует. Вот он прям лезет вперед всех своих товарищей. Здорово, что здесь есть водные ноты. Какой-то, знаете, водный такой нюанс а-ля лотос, да? Немножко освежает этот аромат, гармонизирует его, что ли, потому что без вот этих вот водных нот, водного нюанса было бы совсем душно. Для любителей медовой ноты попробуйте, присмотритесь, но я хочу сразу кинуть вам советик. Я больше люблю мед в Исэмияке. Исэмияке Лё Диссей. Этот аромат тоже про мед, но и про лотос. Здесь тот же самый мед, но более интеллигентный, элегантный, такой носибельный, чем вот здесь. Я себе не куплю, мне аромат не очень понравился, потому что я не особо вообще любительница медовых таких вот пляжных сладких ароматов, раскаленных на солнце. Следующий аромат — это Мансера. Мансера, который называется Instant Crush. Основные ноты — шафран, имбирь, египетский жасмин, египетская сила, блин, не меньше, пачули, ваниль, мускус и дубовый мох. Ну, это самый типичный представитель Монталь и ему подобных Мансера. Мансера — это стойкость, громкость, сила, шлейф. Старт здесь безумно яркий, это какая-то туберозно-амброво-ванильная бомба. Если вы такая, знаете, собираетесь куда-то, ходите по дому, в доме особо ничем не пахнет, просто воздух, чистота, да, и вы тут на себя наносите этот аромат, то, ну, это просто, это взрыв всех рецепторов. Яркие специи, древесность, амбровость, ванильность, какая-то экзотическая фруктовость.
это очень громко, это очень эмоционально, это неинтеллигентно, как я люблю, это, ну, это громко, с большой буквы Г. Многие любят такие ароматы, потому что, покупая их, они понимают, за что они платят, то есть, да, это громкость, это километровый шлейф, это стойкость целый день. Это, знаете, вот аромат из разряда Кирки или Эрба Пура. Это какая-то хамовитость и парфюмерная вульгарность. В парфюмерной ипостаси, конечно же. Я не очень такое люблю, потому что, как я уже сказала, я люблю интеллигентные ароматы. Ну и здесь он слишком такой, знаете, лидирующий. То есть не вы носите аромат, а он носит вас. Я такое не люблю. Многие пишут, что этот аромат в раскрытии похож на Бакару. Девочки, представляете? Мансера Instant Crush похож на Бакару. Следующий аромат — это Flower by Kenzo. Вот такая вот миниатюрочка у меня. Давайте посмотрим по фрагрантику. Это аромат 2020 года. Груша, гордения, болгарская роза, дерево, миндаля. На старте это цветочки, фруктики, в раскрытии это такая сладкая пудровость и шампунистость. Аромат простой, похожий на очень многие, от этого безликий. Мы вот с мужем недавно спорили, вот что лучше, например, для актера, иметь яркую, запоминающуюся внешность, либо такую спокойную, базовую. Играет где-нибудь Роберт Паттинсон, или играет где-нибудь Дэниел Рэдклифф. И как их не гримируй, у них настолько яркая внешность, что когда ты смотришь фильм, ты думаешь, о, Гарри Поттер играет, или о, вампир. А если актер имеет, знаете, такую базовую, спокойную внешность. Его, да, чаще берут сниматься в кино, но когда его немножечко, совсем чуть-чуть загримируют, хрен пойми, кто это на экране снимается. Вы понимаете, да, к чему я клоню? То есть это и хорошо, что парфюм простой, базовый, носибельный, купил, блин, флакончик, и изо дня в день его используешь и не паришься. Но с другой стороны, но он безликий, но он просто никакой. И еще здесь очень навязчивый мускус, он прям свербит в носу и подбешивает. На фрагрантике пишут, что этот аромат похож на Монгерлен и Зади Квальтер, Girls Can Do Anything. Итак, следующий аромат — это Lancôme Lavie Belle Soleil Cristal. Аромат 2021 года. Мандарин, розовый перец, иланг-иланг, кокос, ваниль и пачули. Ох, этой весной вышел этот аромат, и просто весь парфюмерный мир, все рекламные вообще щиты, по телеку какие-то, да, рекламные вот эти вот вставочки, просто, не знаю, вся парфюмерная земля трубела насчет этого аромата. Все, кто, конечно, хотел попробовать, уже 10 раз его попробовал весной, я тоже с ним познакомилась первый раз весной, мне он очень понравился. Совершенно не похож на своего прародителя, на классическую версию Lavie Belle. Стартует аромат очень резко, какими-то камфорными, медицинскими, горчливыми нотами. Мне кажется, это розовый перец играет так. Действительно, вот когда в первые минуты я наношу на себя этот аромат, он настолько сильно щекочет нос, что хочется чихать. Через пару минут это, конечно же, все исчезает, слетает, и потом начинается лето. Иланг-иланг, кокос, такая вот кремовость, сливочность относит нас опять к тематике пляжной, к кремам для загара, к кремам от загара. Даже какое-то мыло я тут слышу, опять же, относит нас к тому, как мы приходим с пляжа, принимаем душ, моемся, и вот все равно проскальзывают вот эти вот уже более мягкие, но тем не менее нотки иланг-иланга и вот чистоты, мыльности, свежести. Несмотря на то, что в пирамиде заявлено несколько разных нелюбимых мной белых цветов, там жасмин, цветок апельсина и так далее, я вообще их не чувствую, слава богу. Для меня это пляжный крем для загара с ноткой горчинки. Горчинку дают пачули. Я очень люблю пачули, уважаю их. Это, в данном случае, это, знаете, как ложка дегтя в бочке с медом. Потому что если бы была бы просто бочка с медом, это было бы слишком сладко, слипательно и скучно. А вот эта вот самая ложка дегтя, вот эти вот самые пачули, они вот, понимаете, дают то, за что ты цепляешься, то, что тебя заинтересовывает. Это изюминка, это характер аромата. Очень нравится этот аромат. Он не такой сладкий, зубодробительный, как его оригинальная версия Lavie Belle. Стойкость средняя. С удовольствием буду пользоваться такой вот миниатюркой.
5 миллилитров у меня этим летом. Ох, девочки, сейчас будет магия на десерт. Это у нас Tom Ford Black Orchid. Black Orchid, черная орхидея, классическая Eau de Parfum. Здесь богатейшая пирамида, длиннейшая. В общем, поехали. Трюфель, черная смородина, фруктовые ноты, иланг-иланг, лотос, шоколад, пачули, ладан, ваниль, амбра, сандал, ветивер и так далее. В общем, нет этой пирамиде ни конца, ни края. Аромат, кстати, 2006 года, я сказала, нет. Я когда искала что-то похожее, я ничего не нашла по отзывам. Аромат аж 2006 года, и за эти, там, сколько получается, 15 лет, парфюмерное человечество, парфюмерное сообщество не нашло ничего. Не то, что не нашло, не произвело ничего похожего на черную классическую орхидею от Том Форда. Я помню, что она появилась, да, в далеком 2006 году, мохнатым уже, господи. Я тогда пользовалась, знаете, такими ароматами, как Мисс Диор Шери, Лер Пакинзон, вы понимаете, да, девочка-припевочка. И тут появляется этот аромат на полках, я помню, как я подхожу к нему, вдыхаю, знакомлюсь и думаю, что... No, it is not. И просто от него убегаю из магазина. Это смешно. Я реально испугалась аромата. И сейчас, спустя 15 лет, кто бы мог подумать, у меня вот есть миниатюрка 10 миллилитров этого аромата. И я счастлива, счастлива от этого. Это такая готика. Это такой таинственный аромат, чувственный, сексуальный. Это сочетание просто несочетаемого. Приятные бальзамические шоколадные пачули. Это те самые шоколадные пачули, о которых все говорят. Только здесь я поняла, что это такое, что значит это словосочетание. Когда вдыхаешь его, ощущение, будто кто-то разложил экзотические фрукты и ягоды на влажную землю и окурил это все ладаном. Он очень нуарный, он очень томный. Здесь очень много мужественности, этот аромат унисекс, очень много чего-то мужского. Здесь, я думаю, это за счет трюфеля. Но спустя время на мне это дыня, шоколад и пачули. Это потрясающий аромат под особое настроение, не на каждый день, как по мне, но под особое настроение это, ну, это что-то, это такая сексуальность, она такая зрелая, медлительно повелевающая. Боже мой, это крышеснос. Насчет полноразмерной версии хотя бы в 35 или сколько там самый минимальный размер миллилитров, я еще буду думать. Кстати, сейчас вышла черная орхидея в версии Parfum, то есть не Eau de Parfum, а Parfum. Она у меня тоже уже есть. В дальнейших видеообзорах я вам о ней расскажу. Расскажу, в чем разница между ними. Ну, а на этом все. Я, наверное, вот смотрю и понимаю, что да, все. Я рассказала и показала вам все, что хотела на сегодня. Обязательно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятна ваша обратная связь. Всем спасибо огромное за то, что были со мной, до скорых встреч и пока-пока.